Здесь. Мы приветствуем Зарьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свой биополе наперед, сеанс. Она доверит. Я даю команду на счет три сканер сканирует пространство над головой Зарьяны, под ногами 360 градусов вокруг нее. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Зарьяны, находит все. У Зарьяны есть копия. Она как кукла, это копия. Кто-то дергает за эти э, руки, ноги, ее. А где эта копия? Внутри в тонких копиях. А хорошо даю команду силами. Вы намерены, это вторая копия, находящаяся в ней, выходит. Даю команду сканеру Скэнер отключает эту вторую голограмму. Копию отключает. Пошел процесс. До последнего чипа датчика импланта, все выводится. Вместе с этой копией. Как у клана? Да. Руки за руки, за ноги, она к ней подсоединена энергетически. Голова готова. Я отправляю эту копию вместе со всеми этими подключками в клетку тюрьму. Да, есть. Хорошо, повторить команду, да? Повтори, пожалуйста. И я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Зарьяны, под ногами 360 градусов вокруг них. Один, два, три. Сканер сканирует систем тонких тел Зарьяны, находит все. Мне джин вышел. Без. Эмикрирует кто-то? Мне кто-то мешает сильно. Хорошо. Сделаем по-другому. Выстраиваю от этой копии канал к ответственному. Один, два, три. Притягиваю в клетку тюрьму, становится моим заложником. Да будет так, а такие стоит в клетке. Это ящер. Отлично. Снимается маски и голограммы. Ящер предстается согласно своему эфирному коду ДНК. он такой. Не слышу. Пу Пурышки -пу 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 какие-то на нем. Считай цифру этого паразита над головой. 342. Ты мешал мне работать, паразит? Направляй на него семи архангелов. Мощнейший поток света. Один, два, три, удар. Сжигая защиту ящера, Влад сожги его защиту и положи его на пол. Не кричит. Не имеет значения. Выключай печать. Отлично, хорошо. Так, чья Фу, это? Вот у него такие как пузыри вот эти лопают, из него вытекает что-то. Ничего страшного, бывает такое в нашей комнате диагностики. Могу включить фиолетовые лучи, оно выметит его все. Нет, и... оно все в его клетке. Отлично. Итак, чья то купия загорается над клеткой ответственного маячок? Это ящер, она у нас еще есть каналы. Хорошо, поехали дальше. У нас есть арахноид. Арахноид. Ящер. Да. С этой куклы. Угу. Лизард. Лизард. Джин и без. Джин и без. Четыре-пять интерферентов. Хорошо. Итак. Ящер это первое и последнее предупреждение. Ты, ты паразит мешал мне работать. Ты пытался воздействовать на нас. Если я еще раз замечу с твоей стороны такое поведение, ты получишь такое воздействие, что никогда его не забудешь. Понятно тебе, это ящер? Да, ему понятно. Отлично. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы. Если кто-то на вопросы не будет отвечать, будет то же самое, что с ящером. Это касается всех. Я даю команду тонкой копии Зарьяны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные, негативные патогены, низкоэбрационные энергии в ее биополе. Каналы выстрелились. Дополнительно выстраиваю канал к этой копии, которую ящер установил. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаборационной энергии откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Зарьяне. Энергию страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним усилию потоки в 50 раз. И в копии усилию потоки. Все негативное. Посмотри, что в копии возвращается. В эту куклу? Да. В нее идет какое-то слово «танцы». Танцы. Как, такие как балет, ручки у нее сложены, она как на носочке встает и кружится. Почему-то это идет информация к этой кукле. Он, он как куклу ее использовал вот, э, на руки веревки, что делает, и она танцует. Mm, отлично. Ну посмотрим, ну, как ящер. Как ящер сегодня будет танцевать. Итак, Лизард, сколько находился в этом биополе? Четыре года. На что зашел? На эмоции зашел. Какие именно эмоции? Яркие эмоции. Разные. Ты имеешь в виду сейчас перепад эмоций? Нет, там спектр эмоций был разных. Радость, а, любовь и... Большое горе? Нет, не горе. А нервозность, скорее всего. Хорошо, понятно. Четыре Огорчение. Угу. Тоже ярко выражалось, да? Но они были там, а он их усиливал, окрашивал. Хорошо. Арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? Два года. Два года. В квартире, в доме присутствуешь? Да. Кто еще присутствует в доме? Джин Бес. Мы сегодня будем чистить дом, поэтому вы понимаете, что мы с вами еще раз встретимся. Сколько находился ящер в этом биополе? Три. Три года. Три года. У тебя есть контракт с Зарьяной, ящер? Нет. Понятно. Итак, считай цифру беса над головой. Девять? Восемь. Сколько ты находился в биополе без? Без проходной. Три месяца он находился. Из портала вышел, да? Ну, он так и говорит, проходной. Он не всегда в ней. А У нее есть эмоции, которые он как тянет, показывает, подтягивает. Понятно. Кто кроме тебя находится еще в квартире из низковибрационных? Черт. Черт. Я буду собирать в этом доме негативные энергии. Поэтому хотел уточнить, кому их отдавать. Мне. Считай цифру джина над головой. 4281. 4281 это у нас синий джин, правильно? Он синий, он какой-то, как из воздуха состоит такой крупный. Он показывает, что он в доме. Какой-то арки вот так стоит, и у нее там рабочее место, и он как не выпускает ее оттуда, чтобы она работала. Все понятно. Как у нас с Реверсом, посмотри, пожалуйста. Сейчас секунда. Если она выходит, то она нервничает, что что ей нужно отлучиться от работы. А, и вот это его воздействие, понятно. Хорошо. Ревер закончился. Сколько ты находился, Джин? Два с половиной года. Хорошо. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Зарьяна забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что нее изъяли, до последней капли возвращает Зарьяна себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Пошел процесс. Посмотри, что идет из этой копии. Ты знаешь, что чувство? Радость, безмятежность, счастье какое-то. Она кружится, как в танце. Вот это вот он и забирал. Это все он забирал. Понятно. Частички ДНК есть? Нет, биоматериала, материала, Но свет души идет, потому что она от души это делала, радовалась. Возвращаемся назад по праву. Готово. Хорошо, поехали дальше. Так, Лизард, выходи сейчас, вытаскивай все, что ты установил. Ты сидел в сердечной чакре, Лизард. Да. Отключайся полностью, забирай все, возвращайся назад. накладывая готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет, он сгорит. Он все снял. Арахноид, выходи. Вытаскивай свою паутину, иголки, все, что ты оставил. Где он сидел, Вера? Голова, волос. Мигрень, иголки есть? Волосы вплетены, да? Паутина. Да, она как-то у него по лбу и вздат идет, как накидкой. Иголок mm. нет. Но есть каша в голове. Каша в голове. Это было воздействие арахноида. Понятно. Хорошо. Ждем. Каша. Я сейчас скажу, какая каша. То есть у нее много дел, и все это смешано. И за все она хватается. Ну, там помогает еще и джин. Хорошо. Поехали дальше. Он снял. Хорошо ящер что-нибудь осталось в биополе на твоей чистоте? Не вытащено еще? Нет. Без. Выходи сейчас, вытаскивай, отключайся полностью все, что ты установил, и рассказывай, что ты где установил. Приступай. У него такие какие-то веревки, как тянутся, как липучки, что ли, на руках и в области груди слова вытягивала да. на с нее. Злые слова, да? Или что Нервные злые слова. Понятно. Есть ли лярвы в биополе, зарианы без? У нее затемнение есть вот в этом месте, возле горла. От этих слов, да? Как на груди, да. Хорошо, ждем, пока без снимет. Без хочет забрать это затемнение. Хочет, он все снял. Хорошо, разрешайте забирать, забрать это затемнение. Все вытаскивай ничего не забывай Ей плохо потом от этих слов. Вот это скапливается у нее на груди под ключицами. Понятно. Она сама переживает, не нравится и сама от себя понимает неправильность. Все снял. Джин, Джин, выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все свои подключки. Тягиваем, приступая. Пальцы, ладони, голова. Забрал. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Бес. Интересует тебя эмоциональный фантом? Интересует, да, он приплясывает. За это мне покажешь все в квартире и расскажешь еще по этим энергиям. Какая из этих энергий эм, основная, из которой все вытекает? Итак, выходит эмоциональный фантом Зарьяны, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкое операционную эмоциональной энергии, сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Много? Много. Хорошо, Зарьяна. Вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами произвели? Да, она готова. Сворачивайте энергии в шар. Бес забираешь. Вперед. Отправляя бесу. Готово. Хорошо. начинаю отпускать. Вы больше никогда не войдете в это биополе, если не хотите новой встречи. Лизар, тебе это понятно? Да. Открывая наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда 1, 2, 3. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая растворы. Да, есть. Хорошо, Арахноид, я сейчас отправляю в Дум. Ты за это время собираешь всю свою паутину, все свое потомство, все, что на твоей чистоте и дожидаешься меня. Я прихожу, проверяю и отпускаю. Все понятно? Да. Открывается портал сейчас в Дум. Зарьяны. Один, два, три. И арахноид уходит в этот портал. Дожидается нас. Закрывая, печатывая, растворей. Есть. Хорошо, джин и бес. Я отпускаю вас сейчас в дом. Вы собираете, джин собирает свою пыльцу. Все, что раскидал, то же самое и бес. И дальше с бесом как договорились. Дожидаетесь нас там. Все понятно? Да. Открывается сейчас портал в квартиру Зарьяны. И джин и бес уходит в этот портал. Дожидается нас. Готово. Я только уточню Ли. Ли, приветствую тебя. Выйди, пожалуйста, на связь. Приветствую на связь. Ли, у меня здесь 342 ящер с копией, сидел в принципе три года, я хотел уточнить, там ничего по твоей линии нет, потому что я собирался его отпускать. Заберем, проверим. Хорошо, копию мы все забрали, она тебе нужна? Нет, сбрасывай. Просто... Хорошо. Открывается портал. Галактическое ядро под этой копией. И копия уходит на переработку. Закрывая печать Растворяй. Сейчас я еще раз. Э, он мешал нам работать, вере мешал. И за это был поставлен на место. Что за вот... запах от него? Я не знаю. Может, он не то съел что-то. Паленый запах. А, это может быть от лазера. Забрали его. Благодарю. И, включая фиолетовые высокоаборационные энергетические лучи, они вытесняют за пределы нашей комнаты этот запах. Выходит также все частицы от интерферентов и их подключек за пределы этой комнаты полностью. И остается только твоя энергия и моя. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Хорошо, Зарьяна, как вы себя чувствуете? Мы закончили чистку. Я великолепно себя чувствую. Я знаю, кто я. Я гибридная душа. Межгалактическая душа. С ангельскими энергиями. Все, что мне нужно, это баланс этих двух составляющих. Мой стержень ангельский и крылья. Все остальное это межгалактические энергии. Когда они в балансе, я уравновешена и спокойна. Отлично. Если вы хотите больше о себе узнать, мы можем пригласить вашего куратора, и он расскажет вам, ответит на 10 ваших вопросов. А сейчас мы будем возвращать вас, Зарьяна, в вашу, вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план, и сразу перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Зарьяны. Физический Биоробот Душа. Один, два, три проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.